Центральный парк Анапа. И всего цена 200 рублей. Колесо обозрения. Почему его не видно? В принципе, маяк должно быть видно. С моря? А вон бугорок в море торчит, а то и маяк. Даже яхта какая-то есть. Красиво. Ноги. Там дырочки. Красиво. С высоты, вот, все-таки днем лучше посмотреть. А ночью ты увидишь только в основном огни. Да, я недавно что-то перебирала, смотрела, как там мы были в этой, на Красной Поляне, поднимались на подъемнике. Все-таки, ну, прикольно. Видно много. Уже на низ поехали, наверное? Нет, как раз мы вверху. Да? Почти доехали до верха. А смотрите, все-таки есть в каждой кабинке кондиционер. Да, кондюры есть. Есть. Я теперь верю в это. Дыра, вот она, дырочка. Это у тебя кондиционер. Нет. Это вот в том кондиционере. Да везде есть, в каждом. Тут все подряд, и чайки, и голуби, и утки. И сушилка для чая. А водичка холодная. Купаться можно. Где-то плюс 10, наверное, для уток. А вон вдалеке отель. Ты же не собиралась кормить? Ты же не знала, что я. Ну вот. Поэтому не взяла. Утки даже красивые такие. Да, зеленая вот эта шейка написана. Ныряет зря, как прикольно. Как поплавок. Thank you.